Друзья, ведущие сезона «Орел и решка. Земляне» хотят поделиться с вами кусочками своих впечатлений от путешествий. Они будут выбирать сувениры в разных уголках нашей планеты. А вы сможете стать их владельцами. Население Сокотры исключительно мирное, а наш сувенир – уникальное сокотрийское изделие. Этот нож, он есть у каждого землянина на этом острове, но ни в коем случае он не является холодным оружием здесь. Местные используют его для сбора драконовых слез с деревьев и прочих бытовых нужд. Чтобы получить сувенир от Мишель Андраде, читай условия в описании. Nice. Ну все, it's good, nice, you like it? Ну все, классно.